мерзкими мракорисами покончено. Хорошая работа. Я бы сказал, что у тебя и правда мозги есть. Ты продашь мне рога этих тварей? Расскажи. Продолжай в том же духе. Хорошо. Молодец. Отправляйся в Акару. Ребятам нужны такие, как ты. Если ты так считаешь, договорились. Встретимся там. Не забывай, что ты хотел еще продать мне рога. Ведь так? Покажи мне свой товар. К этому ты еще не готов. Как подкрадываться к диким животным? Это совсем не то, что подкрадываться к людям. Только умея подкрадываться, можно приблизиться к дикому животному на досягаемое расстояние. Подкрадывайся всегда сзади. Но не думай, что животные не смогут тебя учуять. Подойдешь слишком близко, пиши пропало. Так что лучшее оружие для охоты — это старый добрый лук. Покажи мне, как вынимать у зверей когти, клыки и рога. Легче всего вырезать зубы животного. Просто проведи своим ножом вокруг зубов во рту животного. Затем нужно отделить их от черепа точным ударом. Как снимать с животных шкуру? Сделай разрез и сорви с добычи шкуру одним рывком. Самое главное, снимать начинай сзади и тяни наперед. Если ты сумеешь это сделать однажды, то уже не разучишься. Молодец. Покажи мне, как снимать шкуру с рептилий. Большинство рептилий — очень жесткие твари. Если хочешь снять кожу, осторожно надрежь ее. Затем стягивай ее сзади наперед, но делай это очень медленно.
Ты науч... Научи меня сильному парированию удара щитом. В армии Робара было несколько бойцов, действительно хорошо владевших щитом. Сильный боец, владеющий щитом, использует тактику блокировки. Бей, прикрывая щитом. Затем сразу выставляй щит вперед. Но помни, даже самый хороший щит не защитит тебя от нападения сзади. Ты слишком громкий, распугаешь всю дичь. Меня зовут Торн, я друид и воин Аданоса. Ты не такой, как остальные. С чего ты взял, что знаешь меня? Ты не знаешь покоя, вершитель. У тебя нет родины. Я знаю это. Ты такой же, как я. Когда ты слишком долго живешь на одном месте, тебе начинает казаться, что ты не чувствуешь жизни. Ты воин Аданоса? Посмотри, что натворили звери Беляра из-за своей алчности. Людей, которые жили бы свободно и без страха, уже почти не осталось. Я ужас, который постигнет орков, если они осмелятся напасть на наши леса. Научи меня сражаться, как друид. Я знаю, кто ты, вершитель. А еще я знаю, что твой путь не предопределен богами. Откуда я знаю, что ты не станешь использовать силу камней друидов против нас же, друидов? Расскажи мне о камнях друидов. Это священные камни Аданоса, источники нашего бытия. Их 6. 6, как число их хозяев. В каждом камне живет сила какого-либо животного. Мой камень — это камень Глорха. Возьми меня на испытание. Отправляйся в Гельдорн и убеди людей сражаться против орков на твоей стороне. Тогда я научу тебя магии друидов, вершитель. Покажи мне свой товар. Ты парень, что надо.
Смотри, куда наступаешь. Все следы заведешь. Что здесь произошло? Это я и сам хотел бы знать. Несколько дней назад эта ферма была еще невредима. Кажется, здесь жили четверо крестьян. Теперь никого нет, а ферма полностью разорена. Кто мог это сделать? Если бы я знал. Там, на западе, есть пещера. Я видел нескольких тварей около нее. У них был очень свирепый вид. Может быть, это все натворили они? Я мог бы взглянуть на подозрительную пещеру. Взгляни и убивай все, что там шевелится. Но смотри, чтобы тебя не сожрали. Thank you.
В пещере на западе была лишь стая саблезубов. Они выглядели весьма трусливыми. Не думаю, что это они так разнесли ферму. Проклятие! А я надеялся, что это будет не так сложно. Сложно? Что ты имеешь в виду? Последние дни я видел в северном лесу нескольких странников. Я не удивлюсь, если выяснится, что разгром здесь устроили эти ублюдки. Ты думаешь, странники могли такое сделать? Не стоит недооценивать этих парней. Они воинственный народ. Когда их много, странники представляют серьезную угрозу. Что я должен делать? У странников часто бывают вожаками друиды. Разузнай, не друид ли отдал приказ совершить это варварство. И если да, то убей его. Орки думают, что ты опустошил усадьбу возле Трелиса. И в этом они чертовски правы. Люди, как эти крестьяне, которые работают на орков, лишь усиливают их тыл. Я не могу спокойно смотреть, как люди позволяют порабощать себя, лишь бы продолжить свое жалкое существование. Лучше умереть, чем быть лакеем Белиарового отродья. Я не успокоюсь до тех пор, пока семя зла не исчезнет из наших лесов.